Мы находимся на Брянской Ниагаре, которая на реке Снежить, в районе Беребережского санатория находится. Как мы видим, построена плотина с мостиком, перекрывающая Снежку. Выше по течению озера создана, а внизу речка, покрытая бетонными плитами. Вода скатывается вниз, шумом, как в Ниагаре, поэтому так и называется, во многих километрах расходится. Место малоизвестное, хотя находится вблизи от Брянска. Сама плотина металлическая, с бетонным основанием. Мост есть тоже. Вода с пузырями спускается вниз. Красиво буля на порогах. Создавая впечатление, что мы на горах находимся. На вольной речке. Видите, как красиво. В этом купаться месте не особо хорошо, что бетон внизу. А дальше песчаный пляж лучше. Место замечательное, симпатичное, красивое. Вода завораживает. Хорошо смотреть, как она стекает по породу. Шум, правда, как от Ниагары. На многие километры разносится. Видим, плотина где-то в местах удара течь, сколько это стоит, неизвестно. Она пробивает сквозь бетонные плиты, швы. Пойдемте посмотрим озеро. Озеро заросшее и кустами, и деревьями. Там уже глубина большая, в отличие от всей Снежки, к этому дохранилищу. Видимо, и рыба водится. Мы вышли к озеру выше водохранилища. Тут вода спокойная. Небольшое озерцо образуется. Очень красивые места. Заболоченный лес, ряска, неописуемая живопись природы. Вот это и есть так называемая Брянская Ниагара, которую мало кто знает. Только большие любители Брянского края на ней бывали. Вернулись к этой плотине. Сейчас пойдем поснимаем с нее. Как видно там. Мост крепкий, металлический, бояться не надо. Вода пенится, под давлением проходит под плотиной. Шум как Ниагара действительно. Берега весны красивые. Как мы видим, вода уже пробивается из бетонных кустов. Плотина требует ремонта, но делать его никто не будет. Вода выбивается там, где не должна. Здесь все это, вон там, где все это подмывает основание плотины. Красота. А здесь еще на заводе. Выше плотины.
посмотрим на эту воду. Шум на многие километры. Спустимся ниже плотины по течению. Посмотрим, как там пейзажи. Тут небольшой пляж, уже песчаный, купаться на удовольствие. Что мы можем видеть отсюда? Ой. Красота, да и только. Перекаты, похоже на горную речку, как будто на горах находимся, а не на снежку Брянске. Вид другого берега. Вот это водохранилище в виде плотины. А вот этого сама плотина уже. А дальше пороги. Вид текущей воды просто завораживает. Настораживает, что там, где середина, вода выбивается уже не сверху, а через плиты. И возможно разрушение плотины. Вот вид на пороге. Просто великолепно, замечательное место. Порог очень красивый, как на горной реке. Попробую снять их немножко с другой позиции. Вид на пляж песчаный, где мы сейчас были на том берегу. Вид на пороги, очень красиво. Великолепный.